кончить. Ну, надо, чтобы ты, ну, аранжировочку сделал, музычку, чтобы красивенько на людях проверил. Вот тогда посмотрим. Вот придется мне сегодня на вас проверить песню. Песня называется «Стреляная птица». Я ее, конечно, исполню как автор в мужской интерпретации, но все же суть будет ясна. Поэтому очень будет важно, как вы ее оцените. «Стреляная птица». Спасибо вам огромное, что вот на самом деле
Я всегда пытаюсь поставить себя на место тех людей, кто вот приходит на концерты, дарит цветы, берет автографы, хочет сфотографироваться. Я всегда думаю, ну что, я же ведь еще ничего не сделал такого, Боже. А что я должен испытывать к человеку, чтобы я вот захотел вот сфотографироваться, купить цветы? И когда я понимаю, что просто действительно между нами любовь – это сумасшедшее чувство. Спасибо вам за мое счастье. Спасибо большое. И специально. Я знаю, что вы очень любите украинский язык. Я уже стал забывать свой белорусский. Меня в интервью когда спрашивают, ну скажи что-нибудь на белорусском, так чтобы поржать, да? Я ничего не могу вспомнить уже. Ну, там, калиласка что-нибудь. Или же, знаете, как по-вашему будет нёба? Нёба. А у нас родово поднебенье. Ну, очень, наши языки очень похожи. Поэтому мне не составило труда на прекрасном проекте X-Factor выучить замечательную песню «Холодно». Нашему ДК посвящается. Холодно, як би не було, як би не було в твоє вікно. З ким би не йшла до сну, у тобі я. Thank you.
Спасибо вам. Сидела, думала, ай, ну ладно. Здравствуйте. Как вас зовут? Люда. Очень красиво. Людочка, оденься. Боже, может, это что? Так же холодно. И эта шкурка тигровая, я не пойму. Дарья цветы. Что-то кто-то помешал тут стул поставить. Целова зовут? Ну, шучу. Надо. Это мама кричит? Надо. Кричишь, что ты зятем встанет. На самом деле, у меня с Украиной связана такая история, судьбоносная, совпадение даже, можно сказать. Когда-то, я когда еще даже не думал, не представлял, не мечтал себе, что попаду на такой удивительный конкурс, я даже не знал о существовании этого конкурса. Я как-то сидел, смотрел Евровидение. И очень запала мне в душу одна песня. Я говорю, мама, все, голосую. А в жизни не верил в эти голосования липовые. Вы отсылали смс, да? Вот видите, неправда все. Отсылай за меня, а кто-то там... Ладно, пусть. А! Понятно, вот из-за кого. Сколько смс? Сколько штук? Сколько? Каждый раз? 12, ага. 12 на 360. Боже, вот это я попала. Кто-нибудь еще тут задумался голосовать? Все отдам, честно, ты пионерская. Вот, все продам и все отдам. Так вот, я подхожу к телефону, набираю, говорю, алло, примите мой голос за Украину. И, выучив эту песню, получается так, я когда-то, проголосовав за Украину, за эту песню, приехал в Украину, спел эту же песню, и за меня проголосовали украинцы. Это удивительно. И именно с этой песни моя жизнь повернулась с ног, в смысле с головы, на твердое ноги. Все из-за вашей поддержки и любви, и открытости. 3 минуты в Украине сделали больше, чем мои 30 лет в моей любимой стране, в Беларуси. Это удивительно. И вообще, вы своей любовью и открытостью просто стерли для меня границу между двумя прекрасными государствами. Спасибо большое. Sweet people. Tell me what is happening. Who level view?
Я вот глазом глянул, а уже конец. Ничего себе. Это настолько... это когда быстро проходит время, на самом деле время прошло немало. Это какой взаимоэнергообмен с вами у нас сегодня получился. Я благодарен вам за то, что вы пришли, потратили свое время. Я надеюсь, что ни один не уйдет отсюда разочарованным. С теплом моим в своем сердце. Я искренне желаю вам, чтобы ваши родные, дорогие, близкие по-настоящему вам люди максимально долго шли с вами по жизни. Здоровые и в таком же прекрасном настроении, как мы сегодня с вами. Давайте на чем-нибудь веселеньком. Вот так-то лучше. Спасибо. Будьте счастливы.